Мина-сан! Коничива! Мы много говорили о японской еде и сладостях, и еще будем говорить. Японская кухня в целом очень вкусна и необычна в первую очередь для иностранцев. Даже не буду говорить о раменах, соби и удонах, которые вы и так прекрасно знаете. Вареное, жареное, соленое, острое, кислое, сладкое, толстое, тонкое. И все хочется попробовать. А у вас тоже челюсть упала? Подбирайте скорее.